Садись. Разрешите представить вам бывшую графиню в прошлом, а ныне, по счастливому стечению, проживающую в нашем доме товарища, долгорукую Анну Юрьевну. Товарищи, она преподаст вам обхождение. Чего? Обхождение. Ну, насколько я догадываюсь, одной лекции здесь не обойтись. Тут нужны будут практические занятия. Как скажете, как скажете. Я научу вас, милостивые государи, товарищи, самому необходимому в жизни. Научу вести непринужденный разговор. Вы поймете, что в наше время без вежливости, ну, просто как-то невозможно. Честь имею. Прежде всего, разрешите от имени Жека и себя лично выразить глубокую признательность за ваш срочный вызов. Позвольте представиться. Шурик. В смысле, Александр Гаврилович. Ах, какие прелестные детки. Или внуки? Внуки. А? Шурик. Ах, маленькая, Шурик. Рад видеть вас в добром здравии. У вас так мило. Вы чудесно выглядите. Наш санузел там. Для нас на данном этапе самое важное это культурное обхождение. Прошу, а не ваш санузел. Но мы очень рады вашим срочным вызовам. Честь имею. Да идите вы к черту с вашим культурным обхождением. У нас же унитаз неисправен. Фиг.